Всем привет, меня зовут Влад, и это новый видеоролик на моем канале. Недавно я на своем телефоне хотел поиграть в какую-то игру с голосовым чатом, но PUBG Mobile мне уже давным-давно надоел, и я его забросил. И я решил найти новые игры с voice-чатом для телефонов, но это оказалось достаточно сложно, и я так подумал, если я найду игры, то почему бы не сделать такой видеоролик? И, собственно, вот. Всем приятного просмотра и поехали. Car Parking Multiplayer – это бесплатная многопользовательская игра-симулятор для Android, где вы должны показать мастерство вождения и умение парковаться. Все это нужно делать очень аккуратно, чтобы не попасть в аварию. В вашем распоряжении более 70 самых крутых тачек разных моделей – пикап, грузовые автомобили, спортивные и классические авто, поэтому скучать точно не придется. Кроме того, вы можете выбирать водителей из представленных вариантов, есть и женщины, и мужчины. Игра имеет множество интересных уровней, специально разработанных для многопользовательских соревнований, но также есть встроенный чат, где вы сможете пообщаться со своими друзьями. Также хочется сказать про реально красивую графику, но вы ее сможете поставить только в том случае, если у вас реально мощный телефон. Тюнинга здесь тоже очень много, так что зови друзей и начинайте играть. Devil Among Us. Это замечательная онлайн игра, созданная по мотивам культового экшена Among Us. Хотя правила игры здесь не сильно отличаются, но есть немало нововведений, которые делают данную игру достойным и уникальным проектом. По сюжету вы окажетесь в огромном заброшенном особняке, где обитают негативно настроенные призраки. В одной игре могут участвовать от 4 до 10 игроков, которые к тому же делятся на две части. Одни из них будут самые простые рабочие, и им понадобится как можно быстрее выполнить несложные задачи, чтобы очистить дом от привидений. Ну а вторые же будут им мешать. Что мне понравилось в данной игре, это ее прикольная красочная графика и необычные режимы для игры. Но самое прикольное здесь то, что здесь есть голосовой чат. Я не знаю, почему в оригинале не могут это добавить, но, как говорится, не сделаешь ты, то сделают другие. Life After. Это мир, на который обрушился смертоносный вирус. Он превращает всех в зомби. Вам предстоит помочь выжить всему, что осталось в живых. Это мир, который мы ранее знали, больше не существует. Остались только толпы зараженных, пустынные улицы, заброшенные дома, в которых обитают только зомби. Вам будут угрожать болезни, зомби и даже такие же люди, как и вы, которые объединились, чтобы мародерствовать на улицах города. Для выживания вам предстоит исследовать огромные просторы мира. Вы научитесь добывать ресурсы из пустошей, создавать медицинские препараты, собирать оружие и множество других навыков вы обретете на просторах мира. Встречайте других выживших и объединяйтесь в группы, так будет проще выжить. Постройте ваше убежище, которое защитит вас от орд зараженных, а захватывающий сюжет не даст вам заскучать. Вот что может быть лучше, чем эта игра, в которую ты сможешь поиграть со своим другом, а еще с голосовым чатом, это ж офигенно, потому что реально так выживать вообще кайфово. Tactical – это онлайн-шутер на Android, где вы примете участие в коротких и динамичных матчах. Возьмите под свой контроль сильную команду и приведите их к победе. В этой игре вам необходимо пройти полосу препятствий с многочисленными трубами, заборами и досками, которые в любую секунду могут вас убить. Уничтожая врагов, давя их машинами, подрывая на минах и расстреливая в упор. Разрушайте и подрывайте все на своем пути, в том числе свою машину и даже себя. Бросайте вызов другим игрокам в онлайн-режиме или набирайтесь опыта в офлайн. Вас ждут 40 видов оружия, разнообразные скины и костюмы. На самом-то деле игрушка реально прикольная, я в нее сам даже когда-то играл. Что мне здесь нравилось, это, наверное, ездить на пикапе. Це було офигенно. Понятное дело, в такой игре нужен voice чат, и он здесь есть. Так что скачивай и начинай играть. Том и Джерри – это казуальная игра 1.4 с элементами соревнований на ваши телефоны. Здесь вы сможете играть как и за Тома, так и за Джерри и его друзей. Игра отлично воссоздает художественный стиль оригинальной классики. Вам предстоит ловить мышей и не давать им собрать весь сыр на локации. Либо же наоборот, собирать сыр, расставлять ловушки и не давать коту вам помешать. Также вас ждут множество уникальных режимов, включая классический режим, матч по золотому ключу, веселье с фейерверком, матч сырного безумия и пляжный волейбол. Каждый режим имеет свой собственный игровой процесс. Но если вы будете играть мышкой и сформируете команду из 4 игроков, то вы сможете общаться через голосовой чат. Игра реально офигенная, и я вам настоятельно рекомендую поиграть в нее. Ну а на этом все, я надеюсь, данный видеоролик вам понравился. Соглашусь, игр реально мало, но это все нормальные игрухи, которые я нашел. Ну а если вы знаете какие-то еще, то жду ваших комментариев. Может быть, когда-то сделаю вторую часть, но это не точно. Ну а всем удачи, с вами был я, Влад, до скорой встречи и пока.